Утро, друзья! 7:00, я на набережной. Давно я не выходила. Надеюсь, подойду сегодня до Марины. А смотрите, у нас уже здесь открыли кафешку. Да, ну пока, естественно, она не работает. Мороженое. Так. Будем смотреть, что новенького. Я здесь не была, знаете, с каких пор? Давно не было я здесь. Надо все успеть посмотреть, облюбовать. Ну а я вперед, 10 тысяч шагов. Хватит Светлане сидеть на попе своей и ничего не делать. Сегодня мы планируем пойти к свекру и свекруве, их проведать. Ну, если будет у меня возможность, покажу что-нибудь интересное. Ну, вряд ли интересно. Хотим мангал купить, курочку, мясо. Вы знаете, какое-то отношение к нему непонятное. Такого кайфа не получаю. Я сейчас что-то перешла на овощи. Так что вот, и чувствую себя комфортно. Хотя вчера же голубцы делала мясные. Во. Вот, мои дорогие. Иду я быстрым шагом к своей цели. Бесплатная зарядка. Видите, как молодцы. Думают Мерия. А люди там в юге не сидят. Я совсем уже засмотрелась на море и не смотрю по сторонам. Все занимаются, все выбрались. Спортивный образ жизни, да? Молодцы. Так классно, так трасса, мне так нравится, так классно трасса. Пошла дальше. Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкыма своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристо. Такие вот дела у нас. Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас выходной с Ашкымом. Воскресенье. Мы едем к друзьям за город. Посмотрим, как время проведем, но думаю, что хорошо. Потому что я немножко переутомилась от работы, от всего. Вчера были у родителей. Я не снимала ничего, потому что я отдыхала от телефона и не хотела их травмировать. Видимо, это не нравится. Отпустила все, что было, и все. И было неплохо. Мы приготовили мангал курицы, вкусно покушали. Я постригла свою свекровь, пообнимались, поцеловались и ушли. Она попросила, говорит, пожалуйста, почаще приезжай. Мы едем сейчас туда, за город, где чистое море. Но не знаю, искупаемся мы или нет, но время хорошо проведем. Мы на месте. Нашим друзьям ничего не сказали, зашли в Сиде. Как здесь классно! Бассейн, у них здесь есть красота. Ладушки показывают. Вау, гюзель! Видите, как люди живут? Ну, это такой Сиде, видно, летний вариант, да? Вот. Сейчас буду звонить своей подруге. Друзья мои, посмотрите, куда мы вышли. Какое море сегодня, точно не для купания. Идем осматривать территорию. Ветер, наверное, сильный, простите. Какое сегодня морешко! Такую красоту мы приехали. К сожалению, я сегодня не искупаюсь, но я абсолютно не переживаю. Главное, я сменила обстановку, и мой мозг отдыхает.
если мы останемся, то завтра, может, искупаюсь с утра. Да, классно. Смотрите, какой стол у нас. Икра заморская. Рыбка жареная. Хумус. Начинается у нас кейфи. Смотрите, какая красота. Мой Ашкин молодец. Все пожарил. А колымбени. Я как принцесса сегодня на всем готова. Аж не верится. Ашкин, бегендин бурая. Тут говорят, никого нету. Вот видите, только по несколько соседей осталось. Русгар даёкшим, да? Дыме? И ветер перестал. Сумасшедший ветер. Красота. Красотища. И море успокоилось. Черчек-то нам. Дашкин, вам очень счастлив. Дашкин. Да. Очень счастлив. Чок мутую с Юром. Очень. Очень. Понятно. Понятно, понятно. Доброе утро, мои дорогие друзья. Мы проснулись. Мы проснулись, друзья. Мы проснулись. Доброе утро, друзья. Столько здесь кисок. Кисулик красивых. Кисулик. Хороший кисулик. Вот какое замечательное красивое сито. Все зеленое. Море какое. Обещали грозу, дождик. Даже и не пахнет этим. Грозу и дождем. Такой вид шикарный. Мы будем пить кофе сейчас. Вот такой вот у нас завтрак. С таким видом красивым. Морешко видно. Дома. А сегодня у нас базар. Кушаю банан. Проголодалась. Как мы хорошо съездили. Сейчас у нас в Мерсине погода меняется. А я сегодня искупалась в море даже. Посмотрите, какую зелень купил мой муж. Мне Лариса дала вот такой тархан. Тархана. И Ашка мой купил. Вот смотрите, что он купил. Это мама Анымчик мне дала. Сливы такие. Хотя я такие сливы не люблю. Но он купил. Я попросила. Помидоры купил. Виноград, лук. Барби. Барби. Барни. Господи, все время забываю, как она называется. Баклажаны. Мои любимые кабачки. Сейчас испеку себе котлет. Но не сегодня, потому что сегодня у нас есть... Голубцы. Долма называется. Вот такой вот у нас сегодня урожай, покупка. Вот такие вот дела, друзья мои. Буду распаковывать сейчас все и складывать по местам. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик.
поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.